Во время трагедии на борту находился художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Эта новость не обошла стороной музыкальное сообщество Якутии. В 2004 году в студии Мосфильма проходила запись гимна республики. В нем принимал участие образцово-показательный оркестр Министерства обороны. Валерий Халилов тогда занимал должность начальника военно-оркестровой службы. Кроме того, филармония Якутии с Халиловым имели планы совместной работы. И когда мы с Валерием Михайловичем обсуждали дальнейшие наши планы по работе ассоциации, по нашим музыкальным творческим планам, то мы, если бы не случилась эта трагедия, в конце февраля Валерий Михайлович у нас бы дирижировал на 6-летие нашего духового оркестра «Лена Ривербрас» своей авторской композиторской программой. У нас уже такая договоренность была, мы только определяли дату его приезда к нам. И второе предложение, которое я предлагала Валерию Михайловичу, это быть во главе нового фестиваля в нашей республике, первого арктического фестиваля духовых оркестров, который мы планируем и готовим провести в июне месяце.